Я смотрю, тут по населенным пунктам асфальт есть, а в НПГ его нету. Ну, так-то они должны были. Ну, наверное. Ну, что-то мне пошло не так. Ну, видимо, это, может, бюджета не хватает, а может, разворовали все. Но это, конечно, кошмар. Тут все эти мосты деревянные или не все? Настил деревянный, а сами они нет. Бетонные? Да. Железные? Железобетонные. А как настил грузовики-то не раздолбали? Хорошо делается. Либо ремонтируется. Там гарантия же идет. Если она вообще есть такая. Есть.